Друзья, товарищи, комрады, всем здравствуйте. И вот сегодня у нас такая вот посылочка только для своих, да? От Артема из компании ТДС. Только для своих. Такая вот пришла посылочка. Да, была очень странная история. Компании DPD должны были отправить... Так, секунду. Должны были отправить, то есть не отправить, а поступить 5 числа. Прислали сообщение, извинились, 5 не успеваем, пришлем 6. Ждал 6, ждал 7, ждал 8. Никакой смс больше не было. Сам доехал и получил. Оказывается, просто не прислали уведомления. Но получил... Так, давайте сейчас в сторону, будем по одному доставать, да? Получил... как бы сказать, получил и сразу же уехал в гости, да, к маме. Нас встречает вот такое мыло. Артем с любезностью положил, его попросил немножко. Чуть-чуть, но не ожидал, что такие здоровые куски. У них, насколько помню, я покупал дегтярное мыло, он, наверное, в половину был, да, вот такое вот лавандовое. Натуральное, Беларусь, Россия. Деликатное очищение и уход. Буду использовать как пришейф, да, перед бритьем умываться. Кусочек, наверное, морского отдам жене. Так все видит, выглядит. Год производства, да, дата производства. Составы. Срок хранения. Температура хранения. Так. Вот этой то же самое можно посмотреть. Кому интересно, ставим на стоп. Ставим на стоп и читаем. Так, и вот. Ласка. Да, вот так вот. Хоп. Ароматы. Ох, интересно. Так, вот тут мы даже не достали. Ну давайте, так как я очень люблю лаванду, наверное, прям сегодня буду ей пользоваться. Давайте откроем. Только для своих. Как оно вообще выглядит? Интересно, оно тоже такое сиренево-фиолетовое. Вот нас встречает тоже такая, да? Оттиск ТДС. Такой вот кусочек. Ух. Такая томная лаванда. Аромат очень-очень хороший. Так, дальше. О, вот такой вот шампунь. Дегтярный. Здрав. Тоже по составу можно почитать. Дата изготовления. Применение. Такой, ну, давайте, наверное, да, получится. Тоже буду пользоваться. Угу, вот такой вот имеет дозатор. Интересный. Ну, упругая. Упругая. Так, за что? Спасибо, да, Артему. Так, вот такое вот мыло. Море. Такой интересный отверточки. Давайте мы его вскроем. Ух, немножко тут намусорил, да? ТДС. Море, вдох. Вот так вот выглядит консистенция мыла.
Ну, такое мягкое мыло. Мягкое, не кроп, но продавливается хорошо. Так, парамота. Ну да, такая морская направленность, наверное, скорее всего, ближе. К таким голубым флот. Ну, я не скажу, что это голубой флот, да, либо там аквавелва. Но аромат интересный. Так, и давайте по составу, по формуле, по всему пробежим. Это логотип ТДС косметики. Пена любит воду. То есть самая первая строчка нас предупреждает, не нужно жалеть воду. Мыло веганское. Насколько знаю, ТДС жировые мыла не выпускает. У них только веганское. Формула D21, 85 грамм. Сделано в Беларуси. Это дата производства. Так, ну и все, да? Вот так вот прекрасно выглядит. Но это, конечно, еще не все. К нему... Ух! Вау! Вот такой вот комплектный лосьончик. О, по-моему, он немножко... А, не, все нормально. Я прям после мыла потрогал. Руки такие жирноватые. Алоэ вера, глицерин и спирт 45 оборотов. Очень красивая такая этикетка. Такой флакончик 100 грамм спиртовой, то что мы любим, любим спиртовые лосьоны. Давайте берем. Так, и у нас встречает еще одно мыло. Вот так вот оно выглядит. Иланг. Сладость, спокойствие, притяжение. Иланг, иланг. Так, ну как я тут понимаю. Состав одинаковый. Да, формула D21. Но, видимо, разные ароматы. Да, такой интересный цветочный аромат. Я бы не сказал, что он сладкий. Прям. Иланг я, конечно, не нюхал живой, но аромат какой-то знакомый, да, что-то напоминает. Так, и давайте еще один лосьончик сейчас вскрою. Если вскрою. Да, вроде получилось. А, тут на скотче. Опа. Вот так вот он. Давайте, чтобы не фокусил. Ну, тоже, да, алоэ вера, глицерин и спирт. Подождите, а тут был глицерин? А, да. Так это все выглядит. Такой флакончик. Давайте посмотрим по дозатору. Да, вот такая пипетка, дозатор. Интересные бутылочки такие, небольшие. Приятно держать в руке. Так, ну и на этом все. То есть задел на ближайший обзор у нас есть. Так что будем пользоваться. Постараюсь, если, конечно, успею вернуться, да, сделать все это к выходному. Ну, если нет, то как-нибудь, наверное, в будни. Да, и шампунька. Да, не лезет она никак, шампунька. Давай сюда. Так, ну все, ребят. Во-первых, Артему спасибо большое. Да, скоро все будет. Скоро попробую. Кстати, по-моему,
D21 я в Формулу не пробовал. Пробовал первые самые МЛА, потом вторые, насколько я помню, да, Формулу А19 и Формулу там 402, что ли, насколько могу помнить, но D21 еще не пробовал. Так что все это попробуем. Спасибо. Всем спасибо. Давайте, ребят, желаю удачи. Давайте, пока. Арвидарчи.